Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике будет ваш состав. Играем за составы наших подписчиков. Да, ребята, и конечно же мы играем на нашем топовом аккаунте сотого уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, они все сотого уровня, платиновые и полностью прокачанные. Ребят, кто хочет себе такой же аккаунт, сотый уровень, кучу баксов, антагена любого персонажа, есть ссылочка в описании на нашего подписчика, пишите ему, он вам поможет прокачать аккаунт, а если скажете, что от команды Detol, вам еще и бонус будет. Количество бонусов, естественно, ограничено, так что успейте их заполучить, пишите ему и наслаждайтесь игрой так же, как и команда Detol. А мы погнали в турнирную арену. Лига мастеров команды Detol, как всегда, на первом месте, и сейчас мы возьмем первый состав от нашего подписчика. Кто же этот счастливчик? Так, а это у нас Тимиров Злой. Тимиров, тебе лайк и сердечко от команды Detol. Ребята, заметьте, у кого лайк и сердечко есть, вы попали в видосик, ищите ваш состав видео. И у нас, так, привет, команда Detol. У меня загадка. Отлично, я все сделал, заметьте, пожалуйста, заметили, конечно же. Так, самый агрессивный из черепах, глава клана Фуд и 5 зайцев. Отлично, шикарная круто, загадка. Круто. Ребята, пишите так, ваши подожди, загадки. А первый кто был самый агрессивный? Ну, Рафи, наверное. Агрессивный черепах. Самый агрессивный. А, самый агрессивный злой черепах. Ну да, конечно, это Раф, конечно злой же. Злой Раф. Вот он, кстати говоря. Ой, Шреддер там, так, да, получается? Да. И... Пять зайцев. Где-то... А, вот, они все вообще рядом, прикинь, подряд. Четко, очень хорошо. Ребята, поехали в бой. Не забывайте, что в видосик попасть нужно обязательно поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях, поставить, конечно же, лайк и написать 3 персонажа в столбик в комментариях, а лучше 3 загадки, а мы будем их разгадывать уже в следующем видео. Так, смотри, у нас здесь первый, кому достанется, это будет Голупит. Ну-ка, давай-ка ему хорошенько зарядим. Прям бам, полет шмеля. Да, вот так вот на 5600 очень неплохо, а кролики добьют. Хорош, 3000. Так, ну что, можем, кстати, либо провокацию, либо атаку поднять. Я даже не знаю, что лучше из давай, этого. Давай провокацию. Какая у нас вторая, третья, да? Третья. Это вторая, это атаку подняли. Сейчас все будут атаку просто атаковать. Третью надо было, да, активировать. К сожалению, промазал немножечко. Вот, и иммунитет у них, у наших противников. Согласен. Так, ну что же, Дони теперь атакует. И смотри, бейсбольный мяч прилетает в кроликов. Роксади здесь. Да, жонглирует оружие. Подбирает пушку и 1500 дамаг, кстати говоря, нехило. Ну что, по Дони зарядим? Давай попробуем. Дони хорошую атаку сейчас использует. 3600. И двойная атака от кроликов. Погнали. Да, давай двойную атаку. Раз. А тут двойной атаки не надо. Очень мощные у нас кролики. Конечно же, на повышенной атаке контратака просто бешеная. Давай сагрим еще. Вот это будет круто. Да, это будет просто имба на самом деле. То есть у нас и провокация, и атака повышена. И защита. И защита повышена. И крит повышен. Еще и крит. Ничего себе. Вот это Раф у нас заряженный на победу. Просто пушка, монстр. Смотри, сейчас добьет. Да, ну конечно же, такая мощная атака, ее не выдержать. Ну что, давайте попробуем Рокстеди добить. Сможет Шреддер? Нет? Бибопа. Ой, Бибопа. 4400 и кролик. Кролики добьют его. Да, слушай, очень, очень бодренько мы сегодня так играем. Массовая атака летит. Ну-ка, и на контратаке сейчас Раф, ну конечно, с одной атаки не вынесет. 8000. 7-8000, да, это круто. Очень мощно. Ну и давай мощняцкой атакой просто зарядим под конец, чтобы тут еще 8000 дамага прилетело. 9300, ого! Вот это да, ребята, вот что значит повышенная атака и крутой состав. Да, шикарно, спасибо большое Тимирову. А мы дальше отправляемся, ищем, кто у нас тут счастливчик, а это Елена Лебедева. Лена, тебе лайк и сердечко. А у нас... Да. Так, все, Лена выполнила, подписалась, поделилась. А сделай команду из Шреддера, Сплинтера и Рафа. Видение. Ух ты, круто. Шреддер, Сплинтер и Раф. Видение, вот это да. Так, у нас здесь все наши любимые. Практически все те же самые, да, только у нас меняется Сансей на Усаги, да, и Раф у нас получается из Видения. Нет, тут получается... А сенсей сейчас не было, да? Шреддер еще. Да, я говорю, вместо сенсей Усаги был. Да. Ну что, давайте поехали, ребята, в бой, да? Погнали. Да, let's go.
Ребят, не забывайте, что видосик попасть нужно обязательно поделиться. Прям кнопочка под видео есть поделиться. Жмакайте ее и делитесь этим видосиком со своими друзьями в соцсетях. Конечно же, лайк ставьте и пишите 3 персонажа в столбик в комментариях. А лучше 3 загадочки. Мы будем их разгадывать в следующем видео уже, потому что вы попадете в видосик. Все изи. Так, ну что же, с кого начинаем? Мне кажется, надо с Дони начинать. А, нет, подожди, у нас пушистый розовый друг есть. А это Майки у нас, нет? Что-то нет, я не верю. Это, мне кажется, Раф вообще. Да, очень непонятно видно. Ну, давайте попробуем мощную атаку. Полет шмеля как раз по пушистому другу, который любит у нас лечить своих друзей. А нам это невыгодно. Согласен. А, Майки все-таки. Это был Майки. Это Майки, да, все-таки был? Да, представляешь? И он мог повесить уклонение, но не повесил. Или это классический? Я что-то вообще здесь не вижу никого. Так, двойную атаку, наверное, активируем, да? Да, давай двойную атаку, мощную, бодрую, такую 3900. И смотри, что он дебаф снимает. Да, да, зачем, интересно? А вот просто так решил взять и снять дебаф, и почему бы и нет? Как говорится, так, ого! Да, ты посмотри, как мощно! Рафа меньше половины запас здоровья и еще и защиту вешает Донателло. А еще и атаку повышает, все-таки это Майки классический танцор диско. Да, кстати говоря. Ну, слушай, там в темноте вообще ничего не видно. Еще раз атакует? Черно-белые. Не понял. Очень быстрый наш Майки. Очень быстрый. Как он так смог-то? Еще разочек прям подряд два раза. Это очень сильно. Но я думаю, Шреддер все-таки добьет Лео. Отлично. Ну, данная атака говорит о себе и прям четенько добивает его. Так, давайте двойную атаку теперь по Дони. Хорошо. И двойную. Рафтер тоже двойную атаку. Ну-ка, раз и два. Не добивает, да? Ах, чуть-чуть осталось, прям совсем жалко, обидно, но защита ничего страшного. Защита повышенная, не дала ему добить, но да. Шреддер все-таки исправит этот косяк, и 2900 достаточно, чтобы его отправить в лобби. Да, ребята, давайте два раза еще атакуем здесь нашего здорового Свинтуса, и дважды еще Рафи атакует. Очень хорошо, и добьет, нет? Давай посмотрим. Чуть-чуть. 300, прям капелюшечка осталось, там, наверное, 2000 или 1500. Да, зря, конечно, Майки тут на сплинтера нарвался. Угу, контратаку получил. Ой, и сплинтер. Хорош, да, оказалось, 1300 достаточно было. И массовая атака, клан футовцы идут в бой. Да, летят, ребята, 3000, и торнадо еще непобедимое ему отправим. Вот так. 6185, отлично, ребята, идеальная победа. Шикарным. Так, и следующий счастливчик, а это счастливица у нас, это Дарья Еремеева. Вы классный канал, спасибо большое, Даша. Даша все сделала у нас. Лайк и сердечко, конечно же, ставим. И у нас здесь Карай, кролики и Майки, и видение. Так, давай брать их. Так, а Майки вот видение. Карай, кстати говоря. Ой, Карай пропустил, да. Так, Майки из видения, наш... Вот он. Вот он, лесной друг. И... И кролики, мы их сегодня уже брали. Да. Ой, что... все залетают сюда случайными скликами прям, ребята. Ну как так-то, а? Сейчас сделаем. Вот все, погнали. Ребят, не забывайте, что нужно поделиться, лайк поставить и, конечно же, написать 3 персонажа в столбик в комментариях, либо 3 загадочки. Так, смотри, кто у нас здесь есть и с кого мы начнем, я даже не знаю. Ну, наверное, порог судей будем атаковать, почему нет? Да, я думаю, что с него и начнем. Здесь вроде бы хилеров нету. Таких прям опасных ребят, типа Рокстеди, вот как раз и Рафа больше нету. Давай-ка. Да, практически постепенно урон. Мне кажется, Рокстеди будет потихоньку атаковать, но еще колесо, конечно же. Да, ну у него шансов нет. Смотри, ух ты, знаете, 9700, вот это атака. Да, это кролики наши маленькие, злобные и, конечно же, очень мощные. Так, Майки тоже неплохо показал. И смотри, в нас мешочки летят, а у нас нет ни у кого контратаки. Очень жаль. Да, жалко, контратака как раз была бы кстати, ребята. Так, уголком еще в нас бросает. И Раф атакует. 958 урона. Слабенько, конечно. Все атакуют кроликов. Ты смотри, что творят-то, а? Ну-ка, обычная атака, 1800. И обычная атака кроликов. Я думаю, они съедят его. Да, съели. Отлично, отлично. И Майки теперь может атаковать и давай Бибоба, да? Ну да, потому что здесь у нас контратака, здесь броня. Да, и, кстати, он постоянно тебе вешает броню Донателло. Это его пассивочка. Да, хорошая пассивочка. Ого, ничего себе, вот этот дамаг сейчас прошел очень мощно. Давай по него плюнем нашим дымом. Ух. У нас меткость понижена, можем промахнуться, но нет. 4300, очень удачно. Слушай, у нас двойная атака.
можно будет ее потом использовать и против Донателло. Да. Эффективно. Ну что, по лесному тогда ударим? Ну давай, да. Смотри, у нас стоит, в принципе, повышенное уклонение. Может, он промахнется? Да, промахнулся, да, но меткость круто. Понизил. Меткость понизил. Ой, дебаф снимает. Смотри, что творит. Ну, у них и не было дебафов, да, никаких. Это его любимая пассивочка. Так, давайте, что мы сделаем? Просто атакуем. Крит повысили. Ой, все, ему кранты. Ему кранты 100%. И все равно, ой, мы попадаем и против брони еще и бельчат. Да, я не увидел, что броня. Чуть-чуть, ребята, немножко. Да. Залагало, не ту кнопку нажали, но ничего страшного. Бьем. Да, мы в любом случае его добьем. А он опять броню вешает. Да что ж ты за такой? А вот как раз попадаем в этот момент. Да, и двойную атаку используем своевременно. Так, еще одна атака. Сейчас бельчата пригодились как раз, но ничего страшного. Ох ты, ничего да себе. Ладно, никак не можем добить, и уже второй раз наши кролики, даже кролбота пришлось наряжать и отправлять в бой. Да, мощную атаку, ребята, используем и, конечно же, побеждаем. Не забывайте лайки ставить, подписываться, делиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. С вами была команда Дитол, до новых встреч, новых видео. Пока. Пока.